Здравствуйте! Сегодня мы с вами разучим еще несколько номеров из учебника сольфеджио для 1-2 классов Баева-Зебряк. Это будет параграф 5, устойчивые звуки, трезвучие, ступени 1, 3, 5, которые являются устойчивыми, упражнения А, Б и так далее, и номера 28 и 29, которые находятся на странице 12. Итак, устойчивые ступени в тональности, у меня уже есть несколько уроков на эту тему, это первая, третья и пятая ступени, в до мажоре это нотки до, ми и соль. Они называются устойчивыми, поскольку с них можно начать мелодию, на них можно ее закончить. Они спокойные, устойчивые, как будто мы стоим на двух ножках, они не требуют разрешения, они сами самодостаточные. То есть если мы на первой ступеньке остановились, нам уже дальше никуда не хочется двигаться, никуда не хочется идти. Итак, давайте еще раз запомним, к устойчивым ступеням относятся первая, в до мажоре это нота до, она еще называется тоника, это центр, это самая главная ступень, через одну третья и пятая, еще через одну, вместе они все складываются в тоническое трезвучие. Вот три звука, до, ми, соль, соль, ми, до. А если мы тонику, первую ступень, повторим еще и сверху, то у нас получится развернутое тоническое трезвучие. До, ми, соль, до, до, соль, ми, до. Наши упражнения, которые помещены в параграф 5, как раз захватывают ходы по звуком тонического трезвучия и развернутого тонического трезвучия. Теперь давайте споем. Итак, первая ступень. До, третья. Ми, пятая. Соль. И первая во второй октаве. До. Здесь просто можно их спеть. Без ритма они написаны как целые нотки. Просто в любом ритме вы их поете. Но можно одинаковыми сделать. Дальше у нас упражнение А. Размер 2 четверти, движение по звукам тонического трезвучия вверх, остановка, вниз, остановка, а здесь уже без остановки. Тут нужно обратить внимание на ритм. Ти-ти-та, ти-ти-та, ти-ти-ти-ти-ту. Ну а теперь давайте споем. До, ми, соль, настроились. Поем, пожалуйста, с дирижированием. До, ми, соль, соль, ми, до. До, ми, соль, ми, до. Ну вот и все. Давайте еще раз повторим. До, ми, соль, соль, ми, до. До, ми, соль, ми, до. Ничего сложного нет. Следующий номер Б. Буковка точнее. Здесь у нас идет движение по звукам развернутого тонического трезвучия вверх и сразу же вниз. Остановочка только в конце. Даже не будем на ти-ти-та проходить. Последнюю нотку просто дольше споем. Пожалуйста. До, ми, соль, до, соль, ми, до. И все. Еще раз. До, ми, соль, до, соль, ми, до. Хорошо. Так, дальше у нас идет скачок с одного устойчивого звука на другой. Первое, пятое, первое. Как это чистенько сделать? Мы с вами поем тоническое трезвучие. До, ми, соль. А потом ноту ми мы поем про себя. В результате мы поем только первую и пятую. До, ми, соль. И потом быстро. До, соль. Вот у нас квинта получилась. Ми поем про себя и вслух поем пятую ступеньку. И точно так же вниз. Соль, ми, до, до, соль, соль, до. Так, вот нам нужна была эта квинта для настройки. Теперь давайте попробуем спеть упражнение. Начинаем мы с пятой ступени. До, ми, соль. Вот она, да? Пожалуйста, попробуем спеть сразу. Соль, фа, ми, ре, до, до. Скачок. Соль, соль, до. Вот наш скачок. До, соль, до. Чистая квинта. Еще раз, пожалуйста. Соль, фа, ми, ре, до, до. Соль, соль, до. Хорошо. А теперь наоборот. Идем с первой к пятой ступени постепенное движение. Скачок на первую, на пятую, на первую. Пожалуйста. Вот нота до. До, ре, ми, фа, соль, до. До, соль, до. Еще раз. До, ре, ми, фа.
фа, соль, до, до, соль, до. Вот этот скачок хорошо отработайте. До, соль, соль, до. Хорошо. Так, ну а теперь у нас осталось еще две мелодии. Солнышко, номер 28, и летал голубь, летал сизый. Посмотрите, пожалуйста, в первом такте у нас две восьмые, которые вместе складываются в одну четверть. То есть у нас в одном такте одна четверть, а размер две четверти. Что это такое? Мы уже это проходили, это затакт. В затакт мы вынесли две восьмые, в последнем такте у нас их не хватает, одна четвертная нотка. Вот этот нулевой такт или затакт вместе с последним тактом образуют целый такт. Мы дирижируем, помните, у нас рука лежит, и начинаем со слабой доли движения вверх. Так, давайте настроимся, найдем пятую ступень. Ну, или давайте вначале на ти-ти-та. Ти-ти-та-та-та. Ти-ти-та-та-та. Все, ничего больше сложного нет. Но теперь настраиваемся. До, ми, соль, соль, вот она. Рука лежит, начинаем от соль. Соль, фа, ми, ре, до. Соль, фа, ми, ре, до. Вот скачок у нас до, соль. Вот внимательно, да? Но у нас помнится, наверное, еще, как мы начинали, поэтому тут не очень сложно сделать этот скачок. Еще раз давайте. Соль, фа, ми, ре, до. Соль, фа, ми, ре, до. Ну, а теперь со словами. Светит солнышко к нам в окошечко. Светит солнышко к нам в окошечко. Ну и для закрепления еще раз. Светит солнышко к нам в окошечко. Ну вот и все. Очень легко. Следующая мелодия у нас начинается с сильной доли. Тут уже две четверти в затакте. Тут у нас в основном все тити, только вот последняя, в последней строчке у нас та, поэтому мы ритм не будем с вами петь. Споем сразу нотами. До, ми, соль, с пятой начинаем. Пожалуйста, можем вначале просто вот по нотам, чтобы вы не путались, пальчиком последите. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль. До, до, до. Вот наш скачок. Внимательно очень следите за изгибами мелодии. То выше чуть-чуть, то ниже чуть-чуть. Ну и в конце наш скачок. Дальше вторая строчка. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль, до, до, до. Ну а теперь давайте с дирижированием споем эту мелодию. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль, до, до, до. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль, до, до, до. Очень хорошо. Еще раз давайте споем. Обращаю внимание, что на один взмах идет две восьмые нотки. По две нотки поем, а один раз машем. Так, пожалуйста, начинаем. Рука вверху. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль, до, до, до. Соль, 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 ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль, до, до, до. Ну вот и все, мы с вами рассмотрели номера из «Баева и Зебряк». Желаю вам удачи!